Кот Скорняк. Стихотворение Маршака. Скорняжным теплым ремеслом занялся кот когда-то. Мурлыча песню за столом, сидел Скорняк усатый. Как вдруг к нему явился пес и шкурку мягкую принес. «Здорово, кот!» — промолвил пес, протягивая лапу. «Трещит на улице мороз, скорее шей мне шапку, я за ценой не постою. Ну что ж, сошьешь?» «Изволь, сошью. А долго ль ждать? В денек другое кончу я работу. Ты приходи, мой дорогой, за шапкою в субботу. Попаху шить, не шубу шить, для друга можно поспешить. Такую шапку смастерим, что будет всем завидно. А о цене поговорим, нам торговаться стыдно. Попаху шить, не шубу шить, с деньгами можно не спешить». В субботу утром старый пес, потягивая зябко, просунул в дверь замерзший нос. «Ну что, готова шапка?» «Нет», — говорят ему в ответ. «А где хозяин?» «Дома нет». Продрогший пес присел и ждет перед крыльцом на тряпке. Вот по дорожке кот идет в богатой новой шапке. Увидев пса, сказал он так: «Зачем торопишься, чудак? С таким шитьем нельзя спешить. Не шуточное дело. Попаху шить, не шубу шить, но надо шить умело. Побрызгал шкурку я с утра, теперь кроить ее пора». «Мне жаль, — ответил пес, — что шапка не готова, но не сердись на мой вопрос, когда явиться снова? Не в гости я хожу в твой дом, а за своим хожу добром». «Ну, так и быть, — бормочет кот, — приди к обеду в среду». Среда настала, пес идет за шапкою к соседу. «Как поживаешь? Жив-здоров. Готов заказ?» «Нет, не готов». Тут вышел крупный разговор, потом и потасовка. «Ты, братец, плут, ты, братец, вор, жена твоя плутовка, щенок, урод, молокосос, паршивый кот, плешивый пес». Доходит дело до суда. Узнав про эту драку, судья сказал: «Позвать сюда и кошку, и собаку». Лукавый кот и бедный пес вдвоем явились на допрос. Кто их судил, когда и как, отдельно или вместе, я не скажу. Но кот Скорняк с тех пор пропал без вести. Бежал он, хвост подняв трубой, и все меха унес с собой. А так как этот кот Скорняк всем нашим кошкам прадед, семейство кошек и собак между собой не ладят. Как кота, увидев честный пес, рычит и громко лает, как будто каверзный вопрос задать ему желает: «Готова шапка или нет?» А кот шипит ему в ответ. При этом кот плюется так в смущении или в страхе, как это делал кот Скорняк, когда краил папахи.